Луза Лоретта. Она продемонстрирует все женские прелести, которые женщина с готовностью может продемонстрировать всему миру. Потрясающе. Да. Потрясающе. Блуза Лоретта размера от 44 до 60. 7 цветов. Внимание! 7 цветов у нас есть в наличии. И посмотрите, как красиво смотрится, как на стройных формах у нашей Любы 48-50. И на пышных даже красках. Я хочу сказать, что у Любы идеальная фигура. Она называется песочные часы, тип песочные часы, когда узкая талия и наши бедрышки равны по ширине размеру плечиков. У Вероники прямоугольный тип фигуры. Но в блузе Лоретта Вероника также прекрасна. Я хочу сказать, что даже не важно, есть ли у женщины акцентирована ли талия. В этой блузе, Оля, талия появляется. Ты посмотри, мы видим потрясающий переход, изгибы тела. Ну и, конечно же, Вероничка, повернись полубоком. За счет складочек, потрясающей фактуры ткани, животик прячется. Ах, так эти складочки, чтобы спрятать животик. Вы хотите спрятать животик? Забирайте блузу Лоретта. Вот подумайте сами, в вашем магазине вы найдете блузу за такие деньги? Нет, найдете вас разве что какую-то маечку, но она навряд ли будет такая элегантная и женственная. Давай посмотрим цвета. Оттенок сиреневый баклажаны выбирает Вероника. Коралловый цвет, выбор нашей модели Люби. Я знаю, что коралловые оттенки будут очень освежать любую женщину. Ой, и смотрите, какой еще есть яркий цвет, такой сочный. Оранжевый. Ну, я знаю, что наша Олечка Мокшина любит ракутовые оттенки, оранжевые. Да, в ее гардеробе очень много ярких оттенков, поэтому она у нас такая солнечная. Следующий цвет. Свет, спасибо, конечно, за комплименты. Но мне нравятся разные расцветки. Правда, оранжевый у меня превалирует, но я люблю и... Я тебе хочу сказать, бирюзовый цвет сегодня выбор многих женщин. Они сочетают его с бирюзовыми украшениями. Ну, а редкий цвет, нежный цвет, зеленый, напоминает мне, конечно же, распустившийся листок. Очень красиво. Следующий цвет, черный классический. Без него никуда. Никуда. Согласна? А как вот ты посоветуешь? Вообще, эта блуза у нас чисто летний вариант? Или можно его, ну, и осенью, зимой? Вообще, преимущество блузы Лоретта в том, что она не только демонстрирует стройный силуэт. Ее можно носить как под пиджаками, кардиганами, жакетами. Поэтому сразу хочу сказать, что эта блуза имеет потрясающую функцию. Мы можем сочетать ее с чем угодно, носить как самостоятельную базу, так и сочетать с любыми кардиганами верхней одежды. Серый цвет убираем. У нас есть еще цвет баклажан. Посмотрите, выбор вот он. Нашей Вероники. Да, баклажанчик очень красивый, насыщенный, глубокий цвет. Слушай, Свет, тут можно просто запутаться. 7 цветов на выбор. И пока есть еще все в наличии. Размера 44-го до 60-го. Это как огромное берем? Преимущество. Сразу хочу сказать, многие женщины не любят, когда от зоны нижнего белья вот виднеются эти переходы. Иногда нижнее белье впивается. Милые женщины, те, кто хотят все-таки скрыть эти нюансы своей фигуры, выбирают на размер больше. Те, у кого идеальная фигура, песочные часы от 44 до 50, могут выбирать размер в размер. Слушай, Света, ты посмотри, как подтягивается. Покажи, Люба, как подтягивается ткань. Это комфорт. Берем без примера, ни о чем не задумываемся, берите сейчас. Кстати, я вот считаю, что одной блузы маловато, надо взять минимум две. Возьмите один сдержанный оттенок, а другой яркий. Как считаешь, куда можно пойти в этой блузе? Ой, в этой блузе мы можем пойти куда угодно, от работы до встречи с подругами. Я хочу сказать, что это базовая вещь на каждый день, на комфортный образ жизни. Сразу хочу сказать, что и Вероника, и Люба выглядят потрясающе стройными. Ну и, конечно же, этот вырез, который просто сводит с ума всех мужчин. Ох, это точно!